Занятия организованы сотрудниками Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Мероприятие проводилось в несколько этапов. Полицейские сдавали тесты на знание нормативно-правовой базы, показывали свои навыки владения огнестрельным оружием и сдавали нормативы по физической подготовке. Как отметили сотрудники кадрового аппарата, это реальная возможность оценить уровень подготовки сочинских полицейских и выработать план по устранению недочетов.